Мы с друзьями соберемся у огромного костра. Это пламя, словно солнце, будет греть нас до утра. Все заботы, все проблемы улетают с пеплом ввысь. Ах, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отчего такой припев избитый, может, спросите вы меня? От того, что брат наш, инквизитор, не бывает без огня. Повсеместно гадят ведьмы и колдуют колдуны. Мир обязаны беречь мы от влияния сатаны. Кто там с огненной гиеной наш костер посмел сравнить? Можем разницу мгновенно вам на вас же разъяснить. Отчего наш взгляд такой сердитый и такой подозрительный? От того, что брат наш, инквизитор, быть обязан бдительным. Прекрасный миг узреть бы, чтоб в масштабах всей страны ни одной не стало ведьмы, и исчезли колдуны. Но вопрос сочтем решенным и поставим крест на нем. Разве если поголовно всех возьмем да бережем? На учете нашем каждый житель, ни о ком нам нельзя забыть. Ведь пока есть брат наш, инквизитор, колдунам придется быть. Ведь пока есть брат наш, инквизитор, колдунам придется быть.